В Татарстане новый министр здравоохранения. На эту должность своим указом президент назначил главного врача 7-й Казанской больницы Марата Садыкова. Прежний руководитель Минздрава Адель Вафин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Вскрывали посылки, забирали из них планшеты и смартфоны. Сотрудники МВД Татарстана задержали сотрудников Казанского логистического центра Почты России. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба – несколько миллионов рублей. Восстановить здание художественного училища имени Фешина. Такое поручение дал сегодня Рустам Миниханов. Это здание – уникальный архитектурный исторический объект, знаковое здание для Казани, сказал президент. Соответствующие поручения даны правительству республики.